не пришел сегодня, это означает, что он дает молчаливое согласие на это. Нужно бороться за свои права. К такому выводу приходят все больше жителей края, недовольных новой пенсионной арифметикой. Правительство России выступило за повышение возраста выхода на заслуженный отдых для мужчин на 5 лет, для женщин сразу на 8. На митинг в Барнауле пришло больше 1000 человек. Такой явки коммунисты края давно не припомнят. Пришла разнарядка, в которой есть аргументы, почему надо проводить пенсионную реформу. Дожились до того, что работающий человек дольше живет. Как сказал депутат Госдумы от КПРФ Парфенов, следуя этой логике, отмена пенсии – это путь к бессмертию. Мы против, разумеется, повышения возраста. Разумеется, это грабеж. Почти месяц, как страна переваривает предложение правительства. Шок прошел, теперь люди рассуждают о последствиях такого решения. Люди, которые уже в таком возрасте будут работать, они, естественно, будут работать на низкооплачиваемой работе, а пенсии уже добавки у них не будет. Как выживать? Никак. Через 2 года я выйду на пенсию. И где-то как-то смогу со своим здоровьем хотя бы где-то подлечиться, что-то посидеть. У меня уже, честно сказать, сил нет. Государственные чиновники в своих призывах согласиться с реформой объясняют, что будут созданы дополнительные рабочие места. Например, в здравоохранении, образовании, госуправлении работа наставниками. Что это за новая профессия такая? Итог митинга – 1200 подписей против повышения пенсионного возраста. По словам организаторов, их задача – добиться всероссийского референдума для решения этого вопроса. 28 июля собравшиеся сегодня намерены вновь выйти с плакатами. В этот день пройдет общероссийская акция протеста. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.